Россия, несмотря на конфликт на Украине и санкции, осталась ключевым звеном поставок редкоземельных металлов из Китая в ЕС. Их используют в том числе для вооружений НАТО, отмечает Bloomberg. Есть ли в этом сенсация? Через Россию поставляются китайские металлы для вооружений НАТО. По крайней мере, так пишет Bloomberg, ссылаясь на статистику Евросоюза. Согласно статье, Россия стала ключевым звеном поставок редкоземельных металлов из Китая в ЕС. Среди прочего, они необходимы для производства микрочипов, электроники и компонентов для современных вооружений. Например, китайский лантан применяется западными производителями бронебойных боеприпасов, а вольфрам нужен для производства противотанкового оружия. Агентство указывает, что Китай позволяет более 90% редкоземельных металлов, используемых в ЕС. При этом, как пишет Bloomberg, металлы можно отправлять и морем, а на поставки через Россию приходится не более 4% от общего объема торговли между Китаем и ЕС. Есть ли здесь сенсация? Комментирует военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. Действительно, Китай является поставщиком не только изделий каких-то, тех же самых чипов, микрочипов, а LCD-панелей, имеется в виду не телевизоры, а панели, из которых делают экраны, там, телевизоры и так далее, а различные электроники, но Китай является действительно поставщиком еще и достаточно большого спектра самых разных материалов, в том числе редкоземельных металлов. Вероятно, какое-то количество этих сырья, изделий транзитом идет через территорию России. С одной стороны, да, это немножко необычно, но в том смысле, что часть этих материалов используется военно-промышленным комплексом Европы, в том числе для создания оружия, которое Украина использует в специальной военной операции. Но с другой стороны, Россия поставляет в Европу газ по территории Украины за деньги. Сейчас Россия ведет переговоры с западными странами о транзите аммиака через территорию Украины. Причем Россия недовольна тем, что этот проект медленно реализуется. Вот такие особенности. То есть Россия, безусловно, зарабатывает на транзите любых грузов из Китая через свою территорию. Безусловно, если Россия откажется от такого рода поставок, например, прекратит их, то Россия потеряет деньги, испортит отношения с Китаем, а Китай все равно найдет как поставлять. Допустим, увеличится морская компонента транспортировки, либо будут найдены обходные пути мимо России. Дмитрий Корнев, основатель портала Military Russia. Как пишет Bloomberg, объем китайских металлов, перевозимых из Китая в Евросоюз, в том числе поездами под санкционной РЖД, вырос до 36 тысяч тонн за первые 9 месяцев минувшего года. Это более чем в два раза больше объемов поставок за весь 2021. Собеседники агентства указывают, что ситуация подчеркивает важность редкоземельных элементов и зависимость Евросоюза от них.